Люди не пойдут в натуре. А? Люди в натуре не пойдут. Коробка надо? Вот мы встретились снова, собрали свои чемоданы, все свое барахло. Белорус Саша, адский парень Дима. Мы избавляемся от лишних вещей, потому что мы сейчас поняли, что за багаж снимается дополнительная плата, нахрена нам это надо, ну. Поэтому мы устроили балаган здесь и решили просто улететь в Москву. Да ладно, ну может мы еще не полетим, неизвестно. Короче, надо все лишнее выбросить. Я не знаю, ребята, такое очищение просто прям. Мне аж душу льёт. А Саня уничтожает все на раз-два просто. Как монстр какой-то, я не знаю. Безумная собака. Слушай, вот это все мусор, короче. Мы взяли еды и там какого-то барахласа притащили. У нас яблоки еще остались, вода. И, короче, в итоге должен остаться маленький ручной глади, короче. Потому что ВЗР, ну, снимется с дофига бабла за лишний вес и объем. У нас мало бабла. И дофига барахла. Мало бабла, дофига барахла. Смотрите, что будет дальше. Понимаю, что никогда в жизни больше не буду ни на кого работать. Только на себя. Серьезное решение. Зафиксируй дату. 20. Сегодня 25 августа. 25 августа. 2 часа года. Ночи. 2 часа ночи мы в аэропорту Гданском. Еще держим. Буквально 5 часов назад мы твердо решили. Твердо решили. Просто пришла мысля еще позавчера, конечно. Просто плюнуть на все, ребята. И сделать что-то по-своему, по велению сердца. Потому что мозг ищет комфорт и загоняет нас в такую задницу. В погоне за этими благами земными, за этими деньгами фальшивыми. Тем более, откровенно говоря, ну в Польше ловить нехер вообще. Да. А так как мы граждане мира, земля наш дом родной, мы ищем новый угол. Я думаю, да пребудет с нами сила. Пожелать им удачи.